На сцене Дворца молодежи веселые, находчивые, активные, целеустремленные ребята. По-другому быть и не может, ведь сама идея создания 15 лет назад клуба и заключалась в том, чтобы объединить творческие интересы студентов, и они могли расширять свой кругозор, пробуя себя в разных направлениях. Я участник творческого объединения «Артекс» уже третий год, получается. Очень много появились друзей, появилось очень много, очень знакомых много, связи, так скажем. То есть в другие города, когда мы уедем выступать в другие города, там очень знакомых много. Клуб – это, да, конечно, отдельная история. Начал, то есть я как бы еще в школе играл в КВН, и вот мои друзья, они на тот момент, пока я еще не поступил в колледж, они вовсю уже в машиностроительном колледже штурмовали. А вот этот студенческий клуб «Артекс», я просто смотрел на них с такой завистью, думаю, боже мой, скорее бы как-то к ним попасть, то есть начать играть вместе с ним, выступать, и мечта сбылась. Ну и, конечно, все закружилось, завертелось. Ну, очень здорово, очень приятные воспоминания, очень яркие. И как отмечает его организатор Татьяна Паутова, которая в 2002 году решила создать при машиностроительном техникуме островок «Артекс», за 15 лет изменилось многое, но только не сама идея создания студенческого клуба. 5 лет я уже, конечно, отдыхаю на отдыхе, но я слежу за работой клуба, мы общаемся. Дети замечательные. Значит, наши студенты продолжают нашу работу. Я желаю дальнейших успехов, новых студентов, талантливых преподавателей, ну, дополнительного образования, чтобы наша машинка всегда была на высоте, процветала наш клуб, чтобы был лучший в городе и республике. Поздравить с 15-летием рождения, клуб, участники которого в своих выступлениях всегда показывали очень высокий уровень, пришли представители администрации. Ведь и они тоже когда-то были студентами и прекрасно знают, что это лучший период в жизни, насыщенный новыми знаниями, полезными знакомствами, яркими событиями. Человек самоутверждается, он участвует во всей внеклассной работе своего колледжа и тем самым получает большой опыт для общения, для самоутверждения. Ну и, конечно же, тем самым помогает своему колледжу прославлять себя на территории городского округа. Поэтому всем студентам, которые сегодня празднуют свое 15-летие клуба, я желаю яркости, я желаю свободы выбора, проявления, здоровья, конечно, творческих идей и подъема. Студенты, выпускники, творческие коллективы пели, танцевали, показывали миниатюры и юмористические постановки. Все они в очередной раз доказали, что идея объединить талантливых и находчивых в одном клубе живет и процветает. И впереди еще много ярких моментов. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».